В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Ачинск поступило сообщение о том, что поездной бригаде пассажирского поезда «Чита-Москва» требуется помощь сотрудников транспортной полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров. Прибывшие на место полицейские патрульно-постовой службы установили, что 51-летний житель Хакасии следовал на работу вахтовым методом. В пути употребил крепкий алкоголь и стал вести себя шумно, приставал к пассажирам и мешал их отдыху. Выражался нецензурной бранью в адрес окружающих и не реагировал на замечания и требования прекратить противоправное поведение. Представитель компании-перевозчика отказал невменяемому гражданину в дальнейшей поездке. Транспортные полицейские сняли его с поезда и доставили в дежурную часть линейного отдела. Во время задержания и составления административного протокола мужчина неоднократно оскорбил сотрудников транспортной полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей. В связи с агрессивным поведением задержанного и возможностью причинения им вреда себе или окружающим, руководствуясь законом о полиции, полицейские вынуждены применили к мужчине физическую силу и специальные средства. В настоящее время правонарушитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». По результатам процессуальной проверки Западносибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета России в отношении пассажира возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти». Законодательством за данное деяние установлено максимальное наказание в виде исправительных работ на срок 1 год.